главное предложение сегодняшнего дня. Мы представляем вашему вниманию погружной блендер, который за презентацию разлетается в количестве более 1000 штук. Вам останется только решить, белый, синим или черный. Без блендера обойтись на кухне современной хозяйки нельзя. Как приготовить соус, как приготовить крем-суп или пюре, как что-то смешать, как приготовить смузи. Давайте же узнаем. У нашего Деда Мороза, у Александра Растунина, вице-президент Ассоциации кулинаров России, шеф-повар, владелец ресторана и, кстати, в 2015 году вошел в топ-20 лучших шеф-поваров России. Саша, да привет, дорогой друг. Ну, здравствуй, Анжелика, здравствуйте, наши уважаемые телепокупатели. Итак, я здесь в прямом эфире сейчас готовлю великолепный суп-пюре. Суп, который будет полезен абсолютно всем. Если у вас, например, болит желудок, а такое очень часто нынче случается, потому что осенний-зимний период, весной у вас наверняка тоже что-нибудь случится, и вас заставят буквально есть этот суп-пюре. Легко его приготовить. Вы же раньше думали, как, ой, через мясорубку это все, я обжигаюсь, я не смогу это сделать, а здесь его приготовите. Почему? Потому что великолепные ножи, ножи саблевидные, ножи из нержавеющей стали очень хорошо, собственно говоря, заточены. Плюс ко всему, он сам по себе легкий. Он очень и очень компактный. Причем этот блендер действительно мощный. В нем 350 ватт полноценной мощности. Ну и что нам остается, собственно говоря, сделать? Нам остается разлить этот суп и подать вам и пожелать приятного аппетита, друзья мои. Сейчас у нас Анжелика показывает вам как раз эти саблевидные ножи. Причем, обратите внимание, есть специальные отверстия. Благодаря этим отверстиям создается как бы вакуум. И здесь продукт уже засасывается вовнутрь под эти ножи. И все быстро измельчает. Измельчает так, что вы просто за секунды приготовите, ну, например, какой-нибудь очень вкусный соус. Выбираем цвет. Белый или черный. Вы посмотрите, какая цена. 999 рублей. И это не праздник трех девяток. Это наш восхитительный главный товар дня. Выбирайте черный или белый, а может быть и тот, и другой. Считанные мгновения. Этот мощный, но при этом легкий погружной блендер позволит вам приготовить соус. А как французы делают? Чем славится французская кухня? Одно и то же блюдо, миллионы разных соусов. Давайте мы пойдем по такому же пути, чтобы нам не говорили, о, опять одно и то же, опять картошка. О, кстати, картофельное пюре приготовить, ведь тоже можно блендер использовать. Картофельное пюре приготовить легко и просто. Смотрите, благодаря чему? Благодаря тому, что у нас здесь мощность. Мощность плюс ножи создают вихревой поток, и опять же этот вихревой поток попадает под эти ножи. Поэтому мы с вами измельчаем все очень-очень быстро. Посмотрите, я за 15 секунд приготовил соус с великолепной консистенцией. Такой соус хорошо подойдет, например, для заправки мяса, птицы, овощей. Я туда добавил перец свежий, помидорки, немножечко чеснока и зелень. Подсолнечное масло, получился великолепный соус. Так. Дальше мы идем. По тому же самому пути, который нам посоветовала Анжелика, мы идем дальше. Смотрите, чеснок, кинза и зеленый горошек. Это любимая заправочка, любимый соус одного из наших министров. Уж я-то точно знаю. Ох, прелесть какая! Смотрите, я пробиваю блендером всего за несколько секунд, превращая зеленый горошек, чеснок, кинзу, собственно говоря, масло, превращая в некое пюре. Это уже похоже у нас на соус, который мы делаем, например, из авокадо. Да. Но этот соус сделан из зеленого горошка. Он хорошо подойдет к рыбе, к мясу. Он хорошо подойдет и отдельно, например, каким-то бутербродом. Супер. Да. И этот соус можно использовать как намазку или, извините за такое нелитературное выражение, как макалку. Причем это уже и своеобразный гарнир. Какие ароматы, какие запахи, какая великолепная структура получается, собственно, у нашего соуса.
Ну а я хочу приготовить великолепный смузи. Вот, посмотрите, у нас здесь замороженная черника. Все, что мне нужно, это взять блендер, подключить его в розетку, погрузить его в чашу и нажать одну единственную кнопку. И посмотрите, всего несколько секунд, и восхитительный, потрясающий смузи готов. Это и витамины, это и радость, это и чудесное настроение в любую погоду. Независимо от того, какой мороз за окном, у вас всегда на столе есть восхитительный смузи. Смотрите, у вас есть блендер. Но чем наш хорош? Ну, во-первых, у него цена волшебная, 999 рублей. Во-вторых, он черного цвета или, например, белого. Вы давно такой хотели. К тому же, посмотрите, как он великолепен. Он супермощный, при этом он легкий. Ну, и вы всегда хотели что-то заказать в нашем бэд-шоу. Ну, признайте себе. И вот как раз погружной блендер вы сейчас и выбираете для первой покупки. Ягоды или овощи. Даже немножечко мяса можете превратить в фарш. А уж эти соусы. Знаете, как соусы меняют традиционные блюда. А Вера Николаевна из Астрахани написала: так, делаю супы, пюре и домашние соусы, летом балую внуков коктейлями из морепродуктов, пользуюсь уже больше года, все отлично, быстро и качественно отличает отварное мясо и грудку. Мы продолжаем, мы возвращаемся к соусу. А за счет чего такое извлечение, Саша, пойдет? Ну, за счет того, что у нас великолепные ножи. Эти ножи саблевидной формы, они работают очень-очень здорово. Благодаря чему? Благодаря тому, что у нас нержавеющая сталь, благодаря тому, что у нас правильная заточка. Именно благодаря этому мы с тобой и готовим такие замечательные соусы. Соус сальса, который изготавливается укроп, чеснок, свежие огурцы и небольшое количество зеленого, собственно говоря, винограда. Вот такой вот получается замечательный соус, очень красивый и очень вкусный, который подойдет абсолютно к любым блюдам. Смотрите, мы выбрали одну и ту же грудку, но три варианта наслаждения, три варианта вкуса. Молочные коктейли, соусы, фарш, крем-суп. Любые заправки, все это вы готовите, используя блендер. И сегодня не праздник трех девяток, а цена какая? 999. Это знак, вы начинаете новую жизнь вместе с телеканалом Шоп-н-Шоу. Это идеальный подарок. Что можно приобрести за 999? Погружной блендер, мощный и компактный. Только на телеканале Шоп-н-Шоу.